принципе, не проходили, якобы там был ускорение процесса и все остальное. И вот эти недостатки, которые обнаруживаются сегодня, вот эти комиссии, которые приехали в Москву, да, они вообще типичны для всех проектов СПП, которые республиканские локали на территории республики осуществляются. То есть у нас объекты уходили, не могут вести эксплуатацию, потому что там абсолютно кривые проекты, по которым они строились. И принимательные эти объекты уходили не могут, потому что там изменения проектов, которые вносились уже по ходу событий на строительство. То есть это диски собьет. Это есть у нас сейчас программа строительства интернатов для всех больных, как бы, просто за три интерната без конкурса практически распределили подряды. Там я тоже знаю, есть очень существенные недостатки в проектах этих. То есть контроля никакого за этим нет, просто цель у республиканских осуществленности, это как можно быстрее освоить эти выделенные федеральные деньги, чтобы поставить галочку.